Самый масштабный проект барнаульского завода резиновых технических изделий за последние годы – каландровый цех. На предприятии открыли линию для изготовления обрезиненных тканей и резиновых пластин путем непрерывной вулканизации для большей прочности и жесткости продукта. Технологический процесс автоматизирован. Новое оборудование обслуживают 3 специалиста. Данная линия имеет очень тонкие настройки. Если раньше мы могли наносить резиновое покрытие калибром от 0,4-0,5 мм, то теперь мы можем наносить резиновое покрытие калибром от 0,025 мм. Так мы сможем производить резиновые смеси в количестве более чем 2 раза от того, сколько мы сейчас их производим. Прорезиненные ткани мы сможем увеличить производительность в 9 раз. И также благодаря этому оборудованию мы сможем увеличить производительность технической пластины, техпластины более чем в 15 раз. Оборудование появилось в рамках программы импортозамещения. Продукцию этой линии применяют при производстве грузовых контейнеров, деталей для транспорта, костюмов химзащиты, а также для выпуска продукции оборонного назначения. Запуск нового цеха позволит сократить импорт по резиновым смесям и прорезиненным тканям с 42 до 18%. Мы загрузим свою экономику раз тем, что мы будем сырье производить для смежных подразделений этого же даже предприятия. И о чем сказал Артем Юрьевич, эта продукция позволит загрузить другие подразделения. Значит, будут больше выпускать уже готовых изделий с высокой добавленной стоимостью. А высокая добавленная стоимость – это и выручка на предприятии, и плюс это доходы в бюджет. Проект удалось реализовать при поддержке Федерального фонда развития промышленности. Общая сумма инвестиций составила 160 миллионов рублей. 121 миллион из них – льготный займ фонда по программе «Производительность труда и занятость населения». Эксперты подчеркнули, что сегодня все крупные проекты в крае реализуются с поддержкой государства. Производство дисков на мехпрессах – это половина проекта, 657 миллионов, которые это 300 миллионов, это поддержка через наш краевой фонд развития Алтайского края. ВТК «Текстиль», например, сегодня крупнейший проект, 15 миллиардов рублей. Половина, это как минимум, через фонд развития промышленности уже Российской Федерации. То есть все, «Сибирь Полиметалл» и так далее, которые все крупные проекты, которые мы вот называем, это все они с формой поддержки. Запуск оборудования позволит создать новые рабочие места и в самом цехе, и в смежных производствах, куда будет поступать произведенная в каландровом цехе продукция. Вывести линию на полную мощность на заводе планируют к марту 2024 года. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком.